трех наиболее популярных парка Магадана выросла скорость интернета в два раза. На базовых станциях МТС в парке «Маяк», «Морском сквере» и «Сквере воинской славы» была запущена технология LTE TDD. Данные места отдыха собирают множество жителей и гостей города, поэтому там была просто необходима более высокая скорость интернета. Новая технология позволяет выдерживать значительные нагрузки на сеть без потери в качестве, что особенно актуально в период пандемии и в летний туристический сезон. Благодаря такой возможности колымчане смогут загружать более тяжелый контент. Например, интересные фильмы, хорошую музыку, клипы или просто вести прямые эфиры, не беспокоясь о плохом соединении. Покрытие LTE TDD распространяется и на территорию второй очереди строительства парка «Маяк», которую планируется сдать в 2021 году.